что там? Кто там? Я не понял. Кто-то там? Кто-то что-то говорил, да? Не минулся, а потом стреляет. Кто там? Что там, пацаны, там? Король СВД вернулся? Пацаны, я не говорю, что я лучший. Моя работа говорит, что я лучший. Друзья, я не говорю, что я лучший. Эта игра говно. Если эта игра была бы говном, то в этой игре был бы ты. Куча флип-флап, куча фики-мики-масай. Так что в этой игре нет у тебя, так и нету говна. Куча флип-флап, фики-мики-фики-масай. Мне кажется, они там до сих пор сидят. Пусть сидят. Сейчас мы их чпокнем. Там стреляют. Стенку, 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 хорош. Да стенки это... надо было две ставить! Я не думал то, что они убарят. Ирис! Надо было сказать, что нужно у него парит. Я откуда знал? Я не знал. Я откуда знал? Подожди, не то, не тот мем. Ничего страшного. Насчет один день из жизни. Он снимается, он будет, обещаю, будет очень крутой выпуск. Будет крутой выпуск в том, что в этом видео не будет только я, не буду только я. Там будет много очень крутых ютуберов, стримеров, ютуберов, которые будут в этом видео. Они не будут так, что типа, вот, они там где-то и так далее. Нет, видосики они сами будут со мной вместе и так далее. Это будет самый крутой выпуск и вообще крутое видео на моем канале. Это будет день, один день из моей жизни. Ну... Конечно же, в этом видео не будет прям день моей жизни, прям, типа, это мой день жизни, нет. Там все не будет сказано, но будет очень интересно, будут очень интересные ютуберы, и дагестанские, и чеченские. Я посещу... Короче, ладно. Короче, в Чечне буду и так далее, встречусь с некоторыми блогерами, там, такими как Трэшер. И, ну, короче, будет интересно, друзья. Из дагестанских будут пару блогеров. Ну, короче, будут моменты интересные, друзья мои. Тут челики мне кажется, это уже будет неделя моей жизни. Это будет месяц моей жизни. Короче, интересно. Думаю так сделать, друзья. Думаю так. Я думаю так, если сделать, будет намного интереснее. Я из-за этого хочу так сделать. Конечно, я могу как обычно сделать, типа, день жизни. Но, блин, мне хотелось бы вот именно вот так, вот в таком стиле сделать. Что вы думаете по этому поводу? Машина в упоре. Не в упоре, она уезжает. Мне кажется, если ты... снимешь вот этот один день из моей жизни, ты просто утром встанешь, включишь комп и до вечера будешь играть. Почему? И вот на этом все. Все понял. Нет, я честно скажу, сегодня утром в 11 примерно утра я ушел с дома, вот вернулся где-то час назад. Курбан, спасибо за донат. Ну вот такой у меня график как бы был, ну как бы не каждый день, вот смотрите, у меня график не такой, типа, у меня нету такого, что я сейчас встал, у меня там 12 часов, я типа встал там 9 часов. А, типа, определенного графика нету, да? Да, типа я встал, было это, когда я, ну как бы, имеется в виду, у меня, когда я работаю, у меня бывает определенный график, а когда я дома в отпуске и так далее, у меня другой график. Типа, я встал там 9:00, зубы мою, 9:30, очко мою, 9:50, блин, не знаю, соседа, блин, умывальника мою. Нет, такого нету, пацаны. Просто, понимаете, да, чисто так. Типа расписание, да. Соседа помыл, можно идти, да? Да. Кто быстрее поставит лайк, не забудьте.